Интересно, он живой? Привет, давно не было новых игр, ну, не считая, конечно, Diablo 4, покойный. Will to Live в этот раз, Will to Life, альфа-альфа-версия, да, то есть даже не бета пока, как я понимаю, даже не бета-тест. Что-то на типа вот во вселенной Сталкера, то есть тоже тут авария произошла, тоже монстры, мутанты. Эта игра вроде она и называлась так, Сталкер Онлайн. Если я не путаю. Но я могу ошибаться. Вроде, как я понял, она так раньше и называлась, Stalker Online. Буквально вот установил. А насколько там 29 гигабайт весит? Так, я на такие вещи много времени не трачу, то есть очень быстро все. Но это уже какие-то донатные фичи есть. Так, никогда не понимал, зачем часы так поворачивать к себе. Бэкпэк. А это класс надо выбрать. Тут класс есть, нифига себе. Так, нет. А тут нельзя, типа, выбирать там бороду, еще что-то, наверное, нет. Hair color. Ну, как-то так, ну никнейм. Ну гоу. Еще бы он занят был. А, постой, я класс... А, тут класс есть, ага, майнер. Так, большие здоровые ребята, которые не боятся тяжелой работы и стрельбы во врагов в закрытом пространстве. Каким-то мощным оружием херачит. Хантеры, они за какими-то сокровищами вдали от цивилизации охотятся. Стреляют очень хорошо. Мерсенери, профессиональные наемники, с любым типом оружия могут драться. Инженер. С хорошим знанием взрывчатки и саперного бизнеса. Наверное, тогда будет инженер. Вот этот рюкзак похож на рюкзак из Старкова. Так, ну пусть инженер, да. Такая картинка хорошая по заставке. Тут слоты тоже для персонажей платные, магазин есть. Так, Strength, Dexterity, Stamina, Accuracy, Intelligence, Fortune. То есть тут прям RPG, да, такая. Факции пока не выбраны, репутация 100%. Давайте попробуем. На английском играю. Так. Оп-опана, так. Подлагивает, да? Ну хотя, блин, 136 FPS. Так, все, да, вроде уже нормально. Ой, блин, как хорошо-то, а. Мне кажется, прям... Я сейчас... Интересно, он живой? Ладно, я сейчас прервусь буквально на секунду, посмотрю вообще, как на записи это выглядит. Так, все, я тут. Буквально. Не, ну, блин. Не зря я все-таки компьютер собрал. Так. Ну, графиков DirectX 11. В принципе, вот. Ни хрена себе. Это я что, на эпике играю? Нифига себе. Давайте я, что ли, на хай. Я даже не привык на таких крутых настройках играть. Нифига себе. Field of View 95. Ну пусть. Я думаю, хватит. Так. Ой, oh, you finally awake.
кто я, где я, почему всегда спрашиваете один и тот же вопрос? Ну ладно. Disable tutorial. Ну не надо, допустим, пусть tutorial будет. G это PDA, M это карта. Короче, я понял. Ну, по сути, да, сталкер просто. Прикольно, его можно просто выключить. Health, стамина, экспи. Ну, это, наверное, бусты покупать можно на экспу, я понял. Вот так можно. Red, green, ну пусть. Короче. Хотя я люблю красный, в принципе. Не, ну пусть, короче, Red, green, ладно. PvP enabled. Я надеюсь, я тут просто отлетать пока-то не буду. Звук погромче чуть-чуть сделаю, вроде бы не мешает. Но тут хоррорное что-то такое есть. Чуть-чуть хоррора. Вот этот челик издалека стрёмно выглядит. Аркадий. Халло, чап. Мне посоветовали с кем-то поговорить. Что у меня есть? А, у меня ничего нет. Аккаунт, инвентарь. Это в какой-то игре было. Аккаунт, инвентарь. То есть есть просто инвентарь у персонажа, есть у аккаунта. Я не вспомню, в какой-то игре я видел. Можно с инвентарем открытым бегать. Хангер, тут есть жажда и голод. Интересненько. Карта. Солджер, сентри. Сентри это что, наблюдатель, да? А, ну да, наблюдатели на вышках. Find an obstacle course. Можно обыскивать. Да, то есть, учитывая, что у меня OBS включен, сколько? 143, 132, да, в верхнем левом углу. FPS это прям очень хорошо. Так. А, вот у меня, кстати, а вот у меня NPC указан квестовый. Вот этот молодой. Здорово. А, newbie has appeared. Hi, doctor sent me here. He told he should look after the situation. Well, if he sent, we'll check you at the end of obstacle course, is my friend, so come at him, you may jump squat, it's up to you, but reach him. Это где-то в Call of Duty было тоже, когда тебе вначале надо было там прыгать. Пострелять можно будет? Окей, I will try. Так. Тут только что было что-то написано, я не успел прочитать. А можно расплывчатость убрать? Или я что-то не так понимаю? Borderless. Simple clouds. Motion blur. Можно motion blur какой-то такой средненький сделать, я не знаю. Не, ну нормально. В школе такая же херня была. Ты уже тут. Соответственно, если шифтом бежать, то можно усиленно прыгнуть. Привет. Are you okay? Ну да. Так. А я думал, это можно будет взять. Почему нельзя сразу сделать? Зачем надо удерживать?
Мастер-шеф. Мастер-шеф. Мастер-шеф ничего не скажет, а это повар просто. Я думал, что графика будет как в Сталкере. Ну, графика не как в Сталкере, тут все-таки посовременнее. Я так понимаю, это что-то на типа кордона. О, шутинг рейндж, наконец-то. Я, наверное, по-любому это обрезать буду видео. Вы, может, уже смотрите, да? А когда ролик, он уже, скорее всего, чуть-чуть пообрезан. Да, вполне такая графика интересная. Подлагивает на выстреле. Чисто в голову попадаю. Так. Все, можно как сувенир пистолет оставить, я надеюсь. Ну и все, этому командиру какому-то. А, у меня клинок. Нет, пистолет отобрали, ну ладно. Прочность есть, как я понимаю, вещей. Музычка. Халло. Ну, халло. Так, я не понимаю, где я и почему. Михалич. Ты попал в проблемы. Тебя еще сюда 2 недели назад приволокли. Мы не думали, что ты выживешь, а я выжил. Михалыч, can tell you more. His fighters took you here. Меня какой-то Михалыч спас. Он наш командир. Ты можешь найти его в городе. В каком городе? Меня какой-то Михалыч когда-то спас, сюда приволок. Надо пойти с ним поговорить, как я понимаю. Спасибо сказать. Зачем им такой огромный лагерь, если тут даже никого нет? Почти. End. Что будет, если на End нажать? Feedback. Нормальный ствол у него. Это даже не калаш. Это какой-то G36. Хотя нет, наверное, не G36. Это H&K, наверное. Солнечный таун. Так. А, блядь, это игрок, а то я перепугался. Купол какой-то интересно выглядит. Так. Сентри, сентри. Вот ресурс. Мне не надо там попить, поесть. Где это посмотреть? Наверное, надо, у меня по 52%. Тут ночь слишком темная. Я так понимаю, что это ночь. Игрок. Что у него тут можно? Мут, репорт, character info, invite to group. Так, я понял. Тут у них, я так понимаю, лагерь. Со мной бегают или что?
Сейф-зон. Так у меня... А тут почему не сейф-зон? Вроде там тоже сейф-зон, ну ладно. Как-то ночь прорисована как-то странно. Что это за купол? Типа от выброса? Так, я еще раз прервусь, я хочу посмотреть, как на записи еще раз будет. Все, я тут нормально, в принципе, на записи. Блин, не, ну ночь. Кстати, женский персонаж. Ну так, в принципе, нормально выглядит. Я могу как-то посветлее сделать, потому что... Мне кажется, как будто... Не вижу. Интерфейс. Ладно, короче, хрен с ним. Я так понимаю, что восклицательным знаком это где можно взять квест, а вопросительным это где сдать. Ну, да, наверное, так. Стокман. Гансмит. Гриттинг. Слушай, доктор, я конкретно потерялся. Твое лицо очень знакомо. Я видел тебя где-то. Да, я типа спас тебя. Конечно, лицо очень знакомо. Да, у меня есть брат, мы двойняшки. I have a joke for you. Do you have photo of your twins here? You are, but this is only one that's in a farm that's pretty much the same. А, у него платный отхил. And conversation, ладно. У него хилиться можно, типа, за платно. За токены. Фига, чел такой в костюмчике. Джекпот. Твою мать, я токены потратил. Нихуя себе. Постойте, я потратил 10 токенов, а выиграл 120. Нифига себе, я залутал. Прикольно. Это такое, видите, тут сейчас повезло, потом не повезло. Это такое. Прикольно. Теперь у меня 160 токенов. Прикольно. Рафик. Не хочет пока со мной говорить, Рафик. Пойдем к Михалычу. Можно побежать даже. Ничего не подбирабельно. О, они его озвучили даже. Нифига себе. Привет.
Плюс 100 токенов, плюс 110 экспириенса. Макаров дали пистолет, патроны. Да, все, снарядил. Наполовину сломанный Макаров, ну ладно. Так сказать, хотя бы какой-то. FPS, а что-то FPS как будто просел, это из-за ночи, что ли? 125, 103. Рафик. Experience 70. Выглядит, как будто я попал в какие-то непредвиденные странные обстоятельства. Я думаю, я был ранен. Моя память как бы все. Ты, возможно, знаешь что-то? Хуя, тут игровой чат есть голосовой, ни хрена себе. Looks like I ended up on words. Тут чат игровой есть, звуковой, серьезно. Рафик, ты можешь мне помочь? У меня всегда есть работа, но ты тут новичок. Ты каких-то крупных заказов не получишь, говорит мне Рафик. Ну, а какая-то работа есть. Хорошо, слушай, крысы вокруг... А, ну я понял, короче, крысы тебя убивать, спасибо. РГД 5М. Прикольно, тут надо уровень докачивать, чтобы покупать гранаты. Ля, какой пистолет, револьвер. В общем, я понял. Гансмит. Это типа ремонтировать, разукрашивать можно тут. Интересно. Это что, Стокман? А, это типа склад. Светлеет. Или мне показалось. Ладно, что там надо, крыс убивать. First shop, ну пойдем. Бля. Как тут интересно попить и поесть. Я на карте вижу что-то с водой связано. Вот ресурс. А поесть. Так, может мне еще кто-то что-то? Байкер. Где ты взял этот байк? Я сделал его сам. И идет длинная история. Я сделал его сам из каких-то деталей найденных. Гришка Мазута мне помог. А, бро, это круто. I see you have good dress. Я вижу, у тебя хороший вкус в одежде. Я шил даже несколько таких жакетов. Из жопы кабана неплохо. Хромболт. Смотрите, я могу типа болты менять на разноцветную одежду, как я понимаю. Ладно.
2 часа ночи, как я понимаю, по игровому времени, да. 02:02. Ну, пойдем боевку посмотрим. Все, тут, как я понимаю, сейчас мобы будут. Это уже не сейф зон. Тут, кстати, ПК отключено. Интересно, тут фонарика нет какого-то. Грибочки. О! Можно грибы собирать. Хрена себе крысы. Ред. Хорошо, что у них глаза светятся, я, по крайней мере, их вижу. Они вроде френдли, даже жалко. Они ваншотаются. Да, хорошо, что глаза светятся, я бы их так хер увидел бы. Логи есть, то есть у тебя прям пишут, сколько ты урона нанес. А, Rottail. А где квесты посмотреть? Сколько мне надо? Character, skills, клан. Квест-лог. А, мне надо 10 хвостов крыс, так я их полчаса буду добывать, в смысле. Они почти не упадают. Может, с ножа можно? Да, с 2 тычек с ножа они убиваются. Пустая крыса. Сюда. Ну, с усиленной тычки с одной. Блин, это долго будет. Ну, в принципе, по боевке я примерно понял. На нахуй. Хабар. Хабара вроде никакого нет. Ну, ночь прям ночь тут, действительно. Настоящая ночь. Я в один мод какой-то играл для сталкера, там тоже такая ночь была, но там еще темнее даже было. О, это какая-то агрессивная. Spoiled Red Meat. Кстати, пользуясь случаем, не забывайте подписываться, лайкать. Мне, разумеется, очень приятно, даже если об этом не говорю. Очень приятно, когда подписываются и лайкают. Так, сюда. И сколько я подобрал? Они мне, кстати, так подамажили немного. Так, 6 я подобрал. Еще 4. Ну, кстати, нормально. Кстати, они агрятся, если очень близко подходить. Бля. Их и еще один крысиный хвостик. Интересно, их можно есть, как я понимаю, эти грибы. Так, сюда. Все. Моя первая работа. И патроны сэкономил.
Ну хорошо, оно даже не подлагивает, не десинкает ничего. Очень хорошо. У пацана 50-й уровень. Офигеть. Долго ж он интересно играет. Так, держи свои хвостики. Вот это дух. Бери это, Юхафьорнет. Я заслужил 220 экспы и 50 токенов. Так. Так, теперь обратно к твоей миссии. А когда ты вернулся из шахты, твоя банда была атакована мобстерами. Много наших погибло. Я не знаю, что случилось с твоими друзьями. А может, они были убиты. Мы, может быть, были взяты в плен. Я скажу, когда инфа появится. Но в обмен на услугу. Так, show me your goods. Тут есть фонарики какие-то в этой игре? Squirrel. Ружье можно будет, да, купить на втором уровне. MP5 на 16-м. Firework тут есть, лол. Healing Grenade. Energy Shield тут есть. Респиратор, но респиратор ясно. Три тысячи стоит. Монокуляр. Но прицел. Night Vision 20 000 стоит. Постой, тут нет фонарика случайно. А, тут вообще-то фонарик есть, я просто не знал. Угу, отлично. Так, что делать? Просто квесты выполнять теперь. Прокачка-то есть, то есть тут прям RPG-да такая. Интересно, очень интересно, то есть нужно познавать игру, прям такая графика нормальная. Интересно выглядит. Давно об этой игре слышал, но почему-то вот не доходили руки поиграть. Как-то так буду познавать игру.